Дорогие друзья, всем привет! Так как сейчас вышла игрушка Brawl Stars, Clash Royale еще больше потерял актуальность, он и так уже не хайпил, так уже изжил из себя, а тут еще и новинка добила его. Но это не значит, что я удалил эту игру, это не значит, что я вот поставил крест на этой игре. Я, в принципе, хочу ее снимать, хочу в нее играть, хотя кого я обманываю, я не хочу в него играть. Насчет снимать не уверен, если бы было что-то здесь новенькое, если бы что-то разработчики интересное сделали, да, я бы что-то поснимал. Вот, я бы хотел узнать у вас, снимать периодически ролики по Clash Royale? Поставьте лайк, посмотрим, сколько наберет ролик лайков, подпишитесь на канал, ну и напишите в комментариях. И даже если я буду что-то снимать, это, ребята, будут банальные какие-то мои онлайн-каточки с разными колодами. Ничего больше я здесь на данный момент придумать не могу, никаких новых рубрик я тоже делать не буду, сами знаете почему. Но осталось одно незаконченное дело в этой игре у меня на аккаунте. Да, я как бы 6 кубков еще хочу, но это как-нибудь в следующий раз, как-нибудь потом. У меня сейчас одна карта из легендарных карт, одна карта не прокачана, осталась не прокачанной. Вот, до выхода Brawl Stars я очень активно начал апать легендарочки, прокачивать их. И вот остался, ребята, королевский призрак, ровно один призрак. Вот, и он у меня будет 13 уровня. И так случилось, я зашел просто в игрушку и увидел в чате, что... Смотрите, сколько желающих мне хотят дать призрака. Я просто написал, что я буду на видео записывать. Вот, и все вот, смотрите, кидают призрака, давай меняться, готовы со мной. Вот, ну и, собственно, сейчас я возьму... Приму эту торговлю, возьму призрака и прокачаю его. Составим какую-то колоду, поиграем с ним. Вот, и, собственно, я закончу то дело, которое я не закончил до релиза Brawl Stars. Давай, любого абсолютно, давайте вот Кирилла, да? Кирилл, Антошка, Ебо, если вы смотрите ролики, я вам передаю привет, спасибо за торговлю. Не знаю, для меня это вы или нет. Все, смотрите, я получаю королевского призрака, у меня остается 6 легендарных токенов, а леги у меня все фуловые. Вот такая вот, ребята, херня. Давайте прокачиваем призрака. Ой, не использовать, прокачать. Так, где он тут? 100 тысяч золота. Так, окей. Получаем королевского призрака на 13 уровень. И теперь у меня все легендарки по максимуму. Ребята, если есть какой-то богатенький Буратино, который готов купить за хорошую сумму мой аккаунт, свяжитесь, пожалуйста, со мной через Богдана. В принципе, я подумаю, конечно, не уверен, но если вдруг кто-то готов и понимает, о какой сумме идет речь, я не буду ее назвать, потому что, ну, у школьников будет шок. Они там, я не знаю, у них разрыв сердца будет. Скажут, ты охренел, сколько просить? В общем, кто разбирается в ценах, знает, о какой сумме. Ну, хотя бы предлагайте, там, если что, посмотрим. Богдан, держись, я понимаю, тебе сейчас там личку разорвут. Но, пожалуйста, пишите сразу по теме, если реально готовы купить. Вот, сумма реально не маленькая, поэтому, ну, имейте в виду. Ну, вы предлагайте, а мы там, если что, я подумаю. Вот, собственно, давайте сейчас составим какую-то деку с королевским призраком. Ну, я не знаю просто, чем сейчас тут играют. Хотя я не так давно перестал играть. Ну как перестал? Заходить, да, смотреть. Хотя знаете, какую я хочу деку? Я хочу деку со спамом, которая, да, призраком, тремя мушкетерами. Помните такую деку? Сейчас если я найду. Вот она. Беру ее. Вот, и тут вместо бандитки... Стоп, вместо бандитки был призрак. Я точно помню. Вот, был призрак. Вот такая вот колода. Поехали, посмотрим, растерял ли я скилл или нет. Вот, не переживайте, ребята, кто подумал, что, о, все, больше никогда не будет рояля, тем более ты аккаунт продаешь. Я сомневаюсь, что найдется тот, кто готов купить, потому что, ну, реально, я не продам этот аккаунт за копейки. Вы знаете, сколько я в него вложил? Я 2 года его прокачивал. Я реально до хрена бабок сюда вкинул. Но я не собираюсь окупать мои затраты, ну, типа, продать за ту сумму, за которую уже вложил сюда. Хотя я подсчитаю еще, сколько точно я вложил, но мне кажется, ребята, я больше, чем пол ляма потратил на игру Clash Royale за 2 года. Это мои пока догадки, но я постараюсь подсчитать точную сумму. Вот, поэтому, не знаю, просто я бы лучше эти деньги там инвестировал в Brawl Stars, на конкурсы, на новые проекты, на новые рубрики. Вот, но я сомневаюсь, что найдется тот, кто готов купить хотя бы за ту сумму, которая мне более-менее приемлема.
Вот, но тем не менее, вдруг кто-то ищет, да, такой фанатик в рояле, такой, блин, ну а чё, почему бы и нет, тут фуловый аккаунт, все леги фул, причем я не прошу за него полляма. Вот. Ну, собственно, тот, кто донатит еще, хотя сомневаюсь, что это сейчас актуально, ну, в общем-то, кто донатит сейчас еще и на фуловый аккаунт, да, то ему будет дешевле купить уже готовый аккаунт. Он мне еще не привязан к Supercell ID, его можно привязать к любой почте. Вот, зачем я так сильно рекламирую? Я, честно, не особо горю желанием его продавать. Вот, ну, ладно, давайте не об этом, окей. Давайте просто поиграем. Я сомневаюсь, что его продам, не переживайте, ребят, это так, что-то мне... Реально, я не планировал это в видосе говорить. Просто вот как-то на меня нашло. Может, я не готов его продавать? Нет, я... Этот аккаунт для меня вот... Останется, возможно, вот всегда со мной. Пускай я в него влил много денег, неважно. Все равно это такая история моего канала, как-никак. Вряд ли его продам. Хотя предлагайте. Вопрос в сумме. Вопрос в сумме. Ладно. Короче, а что? Минус вышка, да? Нормально, нормально. Давайте сплит мушкетов. Ох, как я могу проигрывать Шахтеру, когда у меня хижина варваров? Ставим хижину варваров. Я ее неправильно ставил. Я не знаю, конечно, что по заклинаниям у челика. Так, закидываем фаер. Угу, есть такое, есть. Тут таран. Так, хорошо. Блин. Так, здесь давайте королевский призрак. Боже мой, я не могу его выиграть, смотрите, друзья мои. Не могу его выиграть никак. Давайте фаербол, 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 пау. Призрак, давай, брат, тащи. Раз, тычка. Еще одну, давай, тычку, еще одну. Еще одну, плиз. На! О, в смысле? В смысле не добили? Как не добили? Капец, мы не добили, реально. Реально не добили, 50 хп. Надо меньше было болтать вначале, серьезно. Типа, Хогу Фризу проиграть. Да ладно, радуйся, что ты там, блин, мне еще смайлики свои шьешь, дружище. Тоже мне нашел чему радоваться. Там на 4900 плюс победа. О-о-о, просто. Иди кричи всем об этом. Вау, какая бочка красивая. В этом звездном уровне. Наверное, на максимум прокачанном. Блин, я реально просто вначале болтал много. Если бы хижину ставил, то Хог бы хотя бы к вышке бы не доходил. Вот, а то мне было по барабану, Хок наносил мне урон. Я в шоке, как он так все задефал. Опять какая-то фигня с принцессой. Так, ладно. Поехали. Все, я теперь сейчас сосредоточен, буду играть. А, стоп, это же Spellbait. Это же Spellbait. Так, варварская бочка. Ну, по Spellbait я не знаю, выиграю, нет. В принципе, должен. На двойном эликсире, правда. Сейчас вряд ли. Так, хорошо, отлично. Тут королевский призрак. Снова ставим хижину. Так. Готовим фаер на принцессу. Вот сюда вот сейчас фаер. Сейчас только она подойдет. У меня руки дрожат, не знаю почему. Оп, отлично. Так, и варварская бочка. Хорошо. Но я немножко чувствую дискомфорт, в том плане, что он быстрее крутится до гоблинской бочки, нежели до варваров. Ну, по эликсиру тоже чувствую, что немного проседаю. Вот сейчас, в принципе, все окей. Все окей. Летучие мыши были лишними. Осознаю, да, понимаю. Понимаю, но ничего поделать не могу. О, там Тесла. Так. Давайте здесь летучку. Прикольно. Блин, все-таки я летучкой сакрил. Ладно, забейте. Блин, он уже прокрутился до гоблинского. Ой, боже мой. Не знаю. Давайте фаер. Так. И вот так вот бочечку. Так. Здесь ставим хижину. Все, двойной эликсир пошел. Сейчас я начну дико спамить. Ну давай, что ты сделаешь мне? Окей, здесь призрак. Так, хорошо. Отлично, задефали. Сюда вкидаем фаер. Естественно, что хижину варваров за вышкой ставить мне не особо-то хочется, потому что, сами понимаете, эти... Как ее? Ракета. Но
Я думаю, что надо забайтить на ракету, потому что трех мушкетеров хочу выпустить. Так, сейчас посмотрим. Вот она, ракета, да, отлично. Как думаете, три мушкетера в одну... Не-не-не-не-не-не-не, в одну сторону нереально. Нереально сейчас ставить, не надо этого делать. Так, хорошо. Прекрасно. Так, скорее всего, он сейчас три мушкетера будет... Ой, три мушкетера, ракету кидать на левую сторону, скорее всего. Вот, а может и не будет, посмотрим. Так, хорошо. Вроде как пушим. Давайте сюда варварскую бочечку. По-моему, что-то у челика пошло не так. И как бы он пропускает. Пропускает, причем достойный урон выдает мушкетер на лоу хп. Отсосал. Молодец. Так, плюс 32. Нифига себе, нормально. Плюс 32. А что по рейтингу челика? Я уже, блядь, с этим новым интерфейсом мне неудобно. 5500. Ну ладно, 5500 не показатель. Слушайте, ну призрак, да, призрак, конечно. Ну, давайте еще какую-то, вот эту деку давайте. С пекой попробуем. Попробуем с пекой. Так, поехали. Все-таки вот этот спам, он как-то немножечко гейт, что ли, меня. Ну, я не знаю, ну... Зашкварно играть такими деками, я понимаю. Ну, немного не требует скилла, вот поэтому зашкварно. Там, где не надо думать, считается, ну, типа, для лохов. Да, не для лохов, а для тех, кто, ну, не хочет нормально играть, думать, там. Ой, только не лава, блин. Походу, лава. А может и нет. Ладно, громовержец. Да, скорее всего, лава. Хотя, не знаю, либо хок. Да, либо хок, либо кладбище. Призрак. Твой выход. Блин. Блин, печально. Придется кидать разряд, да? Придется кидать разряд. Давайте так, чтобы по скелетику попасть. Все. Так. По-моему, таран не будет агриться на надгробе. Но он же прокрутился, да, до второго надгробия. Это хок с торнадо. А, надгробие было у мостика. Хорошо. Либо это хок, либо это кладбище. Я не знаю уже, что тут за метаколоды сейчас. Не буду дефать колдуна ледяного. Да, это кладбище. Ну окей, тут давайте Poison, да? И бандиточку. Отлично. Так. Королевский призрак слева. Вот так вот, смотрите, просто. И там, и там. И там, и сям дамажим. Ну, призрака пропускает. Призрака пропускает. Я не знаю, как правильно дефать разбойников громоверсом. Давайте вот так. Ну, типа, можно было скинуть возле... А, нормально, мы задефали. От мегамухи тычечку пропущу. Не хочу тратить разряд. Так. Ставить пеку или не ставить? Ставить или не ставить? Пеку ставить или не ставить? Ставим пеку. Остается 6 секунд. Сейчас, смотрите, скорее всего, будет кладбище справа. Но у нас уже есть Poison. Нет, смотрите, он... Ну, нормально, нормально. Он сбайтит меня на Poison, наверное. Окей, давайте, я прокручусь. Я не боюсь его кладбища на данный момент. На данный момент мне не страшно. Но я не знаю, конечно, там фриз или... Или я знаю. Не знаю. Да, вот фриз. В принципе, опять же, не так уж и стрёмно. Разряд, все, задеф. А, там и то, и другое. И то, и другое там. Ладно. Громовержец. А дальше идет таран. Poison. Банально, ну а что? И бандитка. Таран врезался в вышку или в надгробие, я не понял. Фриз мимо. Короче, кривая катка от моего соперника. Вот. Да я бы не сказал, что я тут хорошо играл, но за счет его ошибок я тут тащу. Не, ну он уже не снесет за 11 секунд, тем более без фриза. Тем более он криво кинул кладбище. Все, пацаны, победа. Я еще не успел соскучиться по роялю, я не могу сейчас вам врать, что какая ностальгия. Нет, я типа вот недавно играл в рояль, нету никакой еще ностальгии. Это, знаете, это как Clash of Clans, если ты не поиграешь там месяца, два, три, полгода, год, вот тогда ностальгия пробирает. И я думаю, что она меня будет пробивать на рояль. Я не говорю, что это плохая игрушка, рояль навсегда в моем сердце. Я благодаря роялю раскрутился и благодаря роялю стал менее... Не менее, а более узнаваемым. И как-никак вы у меня благодаря этой игрушке. Но, блин, время идет и все меняется. И, к сожалению... Ой, давайте снег поверх рамки, а то он как-то не неправильно.
Вот, и постоянно, вот знаете, мы не можем жить рутиной. Рутина — это утопия, надо всегда двигаться дальше. К сожалению, рояль стоит на месте. Поэтому пойду поиграю в Brawl Stars. Короче, пишите в комментариях, хотите ролики периодически по роялю или нет. Вот, и ставьте лайки. Спасибо вам за просмотр, желаю вам удачи. У меня фулл аккаунт, кто готов отвалить просто дохерища бабок за него, пишите, если никто не готов, да и ладно, я даже не горю желанием его продавать, я не знаю, зачем я это ляпнул, я на самом деле дорожу своим аккаунтом, вот, но если хорошую сумму предложат, почему бы и нет. Все, всего хорошего, до новых встреч, пока.